Начать. Так, хорошо. Всем добрый день. Мы продолжаем изучать формальных языков. На прошлой практике, так, я сейчас буду на этой доске прочитать. На прошлой лекции мы узнали, что такое регулярные выражения, регулярные языки. Это все языки, которые можно получить из базовых, то есть там, пустой, языки из одного символа, эпсилон, можно получить с помощью регулярных операций. Объединение, конкатенация и замыкание. Вот, и если вы хотите как-то задать язык, вы просто берете вот нужный вам набор из репной, делаете над ним операции, над этими языками, и вот тем самым задаете какой-то язык. Это дело можно писать с помощью регулярного выражения. Берем язык, состоящий из одного символа 0, ему соответствует просто 0. Там замыкаем, ищем новый язык, потом объединяем с каким-нибудь другим языком, там, да, 0-0 комбинируем, объединяем с единицей, это дело замыкаем и объединяем в конце концов языком. Вот, то есть регулярное выражение — это способ описать алгоритм, как получить язык с помощью регулярных операций. И базовый язык. Хорошо. Второе, что мы узнали, это как проверить, принадлежит ли слово языку с помощью детерминированных конечных автоматов. Ну, на практике мы уже с ними познакомились. Это такой способ программирования, на самом деле. У нас есть состояние, есть переходы. Мы каждый раз читаем символ строчки и переходим в нужное состояние. Автомат, вот, конечный, это значит, что конечное число состояний. Бесконечный автомат — это скучно, его никак не похоронить, и бесконечным автоматом можно любой язык вообще задать. Детерминированный значит, что у нас есть состояние по каждому символу, есть ровно один переход. Иногда можно их не рисовать, тогда мы подразумеваем, что все они ведут в дьявольское состояние, и ну, их просто тогда не рисуют. Но технически у нас просто есть каждому символу ровно один переход. Не терминир, конечно, автомат. Окей. И оказывается, вот регулярные языки и вот эти автоматы, это одинаковое множество. На 20-3, которую мы сформулировали на прошлой лекции. Но это в том, что вот реп, ну, автомат. Круто. Сегодня мы ее будем доказывать, всю лекцию. Планы наши были достаточно забавные. То есть смотрите, в чем соль всего этого дела. Регулярное выражение говорит нам о том, как описать язык, как сгенерировать слова этого языка. Ну, например, для этого языка, как сгенерировать слова. Ну, надо либо сгенерировать кучу нулей, получим строчку, либо взять 0 или 1, повторять сколько-то раз, и получим тоже строчку из этого языка. А автомат, он отвечает на другой вопрос. Он не генерация отвечает, он распознавание. То есть вам дают слово, вы что-то делаете, читаете, там, бегаете по нему, и говорите, вот, да, слово принадлежит языку. Нет, слово не принадлежит языку. В зависимости от того, понимаю, терминальное состояние закончено или нет. И оказывается, вот это два множества языков, которые создаются регулярными выражениями, и множество языков автомат, они совпадают. Сегодня мы это доказали. План будет достаточно забавный. Сначала мы расширим свои возможности в автомат. У нас был ДК, детерминированный конечный автомат. Мы разрешим примерно следующее. Мы разрешим по одному и тому же символу перемещаться в несколько состояний. Это сильно упростит нам постройку автоматов для многих языков. А это расшифровывается как недетерминированный? Да, недетерминированный, конечно. Да. Потом мы вот к недетерминированному автомату добавим еще так называемые эпсилон-переходы. А именно вот у нас там есть переход по символу А, а еще есть переход по S. Ну, поподробнее мы чуть попозже поговорим, но вот прямо сейчас скажу, что
можно как бы перейти из этого состояния в это, считав символ А из строчки. Или же можно из этого состояния перейти в это, так телепортироваться, ничего не считав. Вот эпсилон переход. И вот недетерминированы как раз в том, что вот мы здесь должны делать выбор, а куда нам пойти, сюда или сюда. Здесь тоже на самом деле надо было делать выбор. Идти по символу А, вот если у нас строчка вот такая сейчас, текущий символ А, надо идти по нему и по эпсилону тоже надо делать выбор. И мы докажем, что даже добавив такое, мы не новых языков распознавать не научимся. То есть все это дело эквивалентно будет автоматным языком. Просто нам будет проще их распознавать. Но новых языков не добавится. Вот, круто. Это будет первая часть лекции. А вторая часть лекции будет следующая. Мы по регулярному выражению будем строить эпсилон НК. Ну и как будет известно из первой части лекции, по эпсилон НК можно построить эквивалентный его ДК. То есть по эпсилон НК строим ДК. То есть по регулярному выражению детерминируем конечный автомат. И потом наоборот по ДК. И по ДК будем строить регулярное выражение. И, собственно, теорема Клейнинга будет сейчас об этом. То есть если у нас есть регулярное выражение, которое описывает какой-то регулярный язык, то по нему можно построить автомат. То есть язык автоматный тоже. И в другую сторону. Если язык автоматный, то есть для него существует автомат, распознающий его, можно построить регулярное выражение, описывающее этот самый язык. Вот такой план. Не все успеем. Вообще на практике, как вы думаете, какую из вот этих стрелочек нам важно уметь делать? По выражению строить автомат или по автомату выражения? Выражение. Да, выражение автомат. То есть вы в голове придумали себе язык. Там, например, язык валидных идентификаторов C++. Что там? Можно начинаться на нижнее подчеркивание или символ, а потом могут такие циферки. Там, не знаю, А1, А валидный идентификатор, А1, нижнее подчеркивание, А уже нет. Вообще мы хотим создать язык. То есть вы в голове его придумали, в голове написали регулярное выражение, а потом в компиляторе или там где-нибудь, в парсере, вы должны уметь проверять, а правда ли вот токен, который вам пришел, он является валидным идентификатором. И вам надо уметь проверять. То есть по регулярному выражению, которое вы придумали, мы будем писать автомат. Обратная конструкция, ну, такая, на самом деле, больше теоретическая. Единственный вариант, который я знаю его применения, это когда вы что-то реверс-инженерите, вы нашли в коде там работу автомата, вот как его запрограммировали, и уже поняли, а что имел в виду автор, написав автомат. Ну, это вот так. Значит, какие-то примеры. Вот. Но в целом, да, нам надо первую часть. Тогда давайте. Сначала нужно, как я пообещал, поговорить про end. Давайте возьмем пример. Или что там? Это детерминированный или не детерминированный? Это не детерминированный, потому что мы можем из нуля пойти и на круг, и дальше. Да. Вот. А как вы думаете, какой язык это автомат дает? Так. Ну, язык каких-то символов, у которых на конце находится 1, 0, 1. Вот такой язык. То есть мы сначала спорегодно что-то пишем, а в конце обязательно 0 и 0. И вот тут как раз надо сделать выбор. А вот до каких пор мы будем крутиться, чтобы потом обязательно считать 0 и 0?
Так вот. Давайте запишем деление. Что у нас там? У нас остался вид, состояние. Пока то же самое. Дальше терминальное состояние. Дальше стартовое состояние. Терминальное состояние. Пока то же самое. То есть S принадлежит Q, T под множество Q. А вот функция переходов уже интересна. Она принимает, опять же, состояние и символ. То есть Q весь тип сигма. А возвращает уже множество состояний, в которые можно перейти. Раньше у нас было Q, просто состояние, а сейчас множество состояний. Поэтому два степени Q. Раз. Множество всех под множество Q. То есть множество состояний, когда перейдем. Теперь давайте подумаем, а вот когда мы будем допускать слово? Вот возьмем слово 0,1, 0,1. 0,1, 0,1. Вот эти два слова должны допуститься. По нашей интуиции. А вот какое-нибудь другое слово, 0,0, не должно допуститься. Вот как может вести себя состояние автомата текущего, вот фишка, которую мы двигаем, если нам дают такое слово, 0,1, 0,1? Какие варианты могут быть? Ну, оно может просто остаться в начальной точке. Да, мы можем все четыре круга сделать здесь, можем делать два, потом прийти. Можем сделать, видимо, три, потом захотеть перейти по единице и сломаться, то есть уйти в дьявольское состояние. Напомню, что когда я рисую тут переход по нулю, это значит, что мы идем в дьявольское состояние и не понимаем. Вот. А можно приняться, но и прийти и вот дойти до терминала. Дальше. Здесь ну, та же история. Нам обязательно нужно будет один круг сделать, чтобы дойти до сюда, а потом 0,1,0,1 принять, прийти по вот этому, по этой части автомата. Но эту строчку мы можем тоже не принять. Автомат можно не принять. Он может просто покрутиться вот здесь и не дойти до терминала. Может, тогда нужно, чтобы был хотя бы один путь, по которому мы можем принять? Да, так и есть. То есть, на самом деле, слова принимаются, если существует какой-то путь, который заканчивается в терминальном состоянии. А некоторые слова нельзя менять вообще никак. Например, 0,0,0. То есть, смотрите, как бы мы ни ходили, мы вот этот переход даже никогда не придем. Значит, мы отсюда не дойдем. Вот поэтому слово принимается. Если существует путь, ну ладно, на самом деле, просто перебил, что это значит, но формально сейчас чуть попозже. Да, интуитивно так, то есть, если его можно как каким-нибудь способом принять, как-нибудь повыбирав вот таких недетерминированных моментов и дойти до терминального, то все равно. Конечно же, можно несколькими способами принять слово, например, прийти в одно терминальное, одним способом, и с тем же словом прийти в другое терминальное состояние. Ну, тут оно одно, нет выбора. Вот, если хотя бы один путь до какого-нибудь терминального состояния есть, то слово принимается. Хорошо. Тогда давайте второе определение. Вот иногда, на втором курсе особенно, мы будем говорить про недетерминированные машины Тьюринга. И там тоже нужно будет делать какие-то выборы. И там вот. У нас есть два персонажа. А и М. Артур и Мерлин. Артур, он хочет понять следующее. Он хочет узнать, а принадлежит ли Эль А или нет. То есть вот, точнее, принадлежит ли X Эль? Принадлежит ли слово языку Эль? Не L это, но, видимо, язык слов автомата. А M, он хочет убедить А,
то их тебе нужно тренить. Вот, мне, ну, не важно, что там про язык L и про X, ему главное, чтобы A решил, что X принадлежит. Вот. И A — это обычный человек, он как бы, не знаю, типа компьютер условно, а M — он маг. Мерлин — это из всяких легенд маг, он знает, что делать всегда, он очень любит. У него неограниченные возможности вычислить. Ну и на автомате примерно такая ситуация. Вот нам дали слово, и Мерлин будет подсказывать Артуру, куда двигаться, чтобы принять слово. Потому что Мерлин хочет, чтобы он принял, чтобы ну, слово дошло до сюда. А Артур его, видимо, будет слушать. Потому что почему бы и нет? Если слово принимается автоматом, то есть если слово принадлежит языку, то Мерлин сможет сделать так вот в этих вот выборах, чтобы он сможет сказать, в каких местах не терминированных, какой выбор нужно сделать, чтобы мы в итоге дошли до терминального состояния. А если слово не принимается, то Мерлин ничего не сделает. Он, конечно, может что-то поделать, но как бы Мерлин ни старался, слово не примется. Вот это такая вторая диалогия. То есть либо существует путь от стартового какой-то до какого-то терминального, первый вариант, либо второй, ну, Мерлин выигрывает. Это второй. Вот теперь давайте понимаем, у нас там был язык снапшотов, то есть снапшот — это, напомню, мгновенное описание нашего автомата. Как это определилось? Это у нас текущее состояние, то есть где сейчас фишка, и строчка, что нам осталось читать. Мы сейчас хотим сделать, опять переходит из одного состояния в другое. Состояние U и осталось читать альфа, когда можно перейти в состояние R и осталось читать бета. Но опять же, мы по альфа откусываем символ, получаем бета. То есть первое — это альфа равно c бета. У нас пока нет эпсилон переходов, поэтому не так. Можно. И второе. Вот раньше у нас было что? Раньше у нас было r — это дельта от q и c. f дельта q c. Причем дельта — это была функция, которая возвращала одно состояние. А сейчас дельта — это функция, которая отвечает множество состояний. Поэтому здесь надо написать не равно, а принадлежит. То есть множество состояний, в которое можно перейти из Q по символу C, в нем есть R. Значит, мы из Q перейдем в R по символу C. И теперь слово допускается. Если, начав в стартовом состоянии, и надо прочитать x, можно за 0 или несколько шагов, напоминаю, транзитивное рефлексивное замыкание, можно идти до какого? До состояния терминального, и нужно считать ничего, где терминального, вот так формируется. Давайте повторим. Не детерминирует конечный автомат. Это как ДК, только иногда нам нужно будет принимать выбор. То есть из состояния по одному символу может быть несколько переходов. Слово принимается, если можно его как-нибудь допустить. То есть вы сами там или мерно кто-нибудь будет выбирать вот в непонятных местах, что делать. Если так можно выбирать, чтобы слово допустилось, то слово допускается. Если нельзя, слово не принадлежит языку. Формально, вот, у нас опять есть снапшоты, мы переходим в зону другой, если выполним вот эти два условия. Замечу, что это как ДК, только здесь вместо равно надо, видимо, прописать след, принадлежит. И слово допускается, если можно из стартового дойти какой-нибудь терминал. До него несколько. Вот, причем в ДК, это у нас то же самое было написано, только путь из себя представлял как бы однозначность, ну, такую однозначную дорогу, вы там
из стартового обязательно шли по символу сюда, потом обязательно шли по второму символу в другое состояние, потом обязательно по третьему в третье и так далее, до какого-то терминала. Вот. Здесь же у нас будет такой граф. Шли от дата. Вот. Сейчас там соединится. Здесь по каждому символу у нас было ровно один вариант, мы по нему шли, у нас не было выбора. А не детерминируем, конечно, в автомате. У нас иногда могут случаться выборы. И нужно выбирать правильный вариант, чтобы дойти до тебя. Вот такие дела. Так устроен не детерминируем, конечно, автомат. Есть ли вопросы? Пока понятно. Окей. Ну, теперь давайте поговорим о том, как вообще проверять слово автомат или нет. Как вообще проверить автомат? Да, пока ДК. ДК. Во-первых, надо хранить множество состояний. Ну, пусть у нас, давайте вот, хранить у нас просто как бы состояние. По числа от 0 до минус 1. Их сами не надо, они просто знают, что вот число 3 это третье состояние. Сигму тоже не будем хранить. Это будут числа от 0 до c большой. Мы должны хранить стартовое состояние. Это будет, видимо, int. Мы должны хранить терминальное состояние. Это множество. Или там вектор. Удобно. Что у нас еще? У нас еще есть функция перехода. Как хранить функцию перехода? Мы хотим делать операции вида дельта от состояния, состояние P по символу C, это состояние. То есть, ну, мапа подойдет, но у нас же чисто ряда всего, поэтому да, давайте просто берем эфир. Ну и там вектор. Ну да, давайте берем эфир. Первый у нас, видимо, M. Состояний троица. Дайте трубочку. Вот, то есть берем первый индекс это состояние, второй индекс символ, получаем int, как раз вот куда приходит. Хорошо. И давайте напишем функцию set. Которая будет принимать строчку и говорить принадлежит ли строчка автомату. Так, что мы делаем? У нас текущее состояние это стартовое. И дальше бежим по каждому символу. Ну и что, надо поменять текущее состояние. Каким образом? Cure, равно, data. От чего? S. Нет. Да, от S. Текущее состояние. S. Нет. SX. Ну, S это текущее состояние. Нет, S это стоп. Текущее это Q. Ну, сейчас у нас S это значит Q. Да. А
и С. Ну да, текущий курс. Пробежались, поменяли курс, надо. И как ответы выдавать? Что писать? Конечно, оно вообще не пустое. Все. Да, нужно проверка на ноль. На ноль чего? На ноль, если у нас мысли нет. Если нет перехода. А, нет, давайте переходы всегда есть, просто они в неальных состояниях будут. Когда поднял, ну нет, ну... Тогда если у нас оно принадлежит C to T, то тогда true, иначе false. Чего если C? Если у нас, если когда мы вышли... От cube, да? Да. Да, значит, return cure in T. Круто. Давай. T у нас множество чего. Терминальное состояние. Вот, стартовое. Читающее и переход. Больше нам ничего нет. Хорошо. Теперь давайте что-нибудь такое же сделаем с мини-терминами, конечно. Пусть у нас строчка зафиксирована. Вот там сказали строчку. У нее размер будет тоже n. Когда будем делать давайте динамики, динамическое программирование. У нас будет massive current. Потом будет принимать. Это слишком сложно. Так, видимо, состояние. И сим. Вот. Будет здесь следующее. Можно ли дойти? Нам, по сути же, не нужно закалить. Нам, по сути, нужно же просто вот можем ли мы на вот этом вот шаге дойти? Да-да, я вроде так не писал. Типа, можно ли дойти до состояния P? За и шагов. Ну, вот, это, наверное, имеет смысл, но... Это мини-термин. Ну, я не понял. Нет, просто если мы будем, по идее, каждый раз итерироваться вот вообще по всем состояниям, до которых мы можем зайти за их шагов, то там же, по сути, даже не нужно, чтобы там было что-то, кроме нуля и единицы на и. Да-да-да, это и будет бог, да. Не-не-не-не-не-не, я говорю про то, что нам, по сути, нужно больше двух массивов. А, это так. Это, ну, да. Просто это... такой вот интересный факт из этого. Да-да-да, это хороший факт из этого. Вот, мы в каком-то смысле чем-то подобным воспользуемся. Вот, хорошо. НП можно ли дойти до П за ИШУ? Давайте заполнять эти динамики. Что там у нас? Наверное, надо заполнить n p нулевое. Как вот это? Чему можно прийти? Значит, 0. Ну, почти везде полос. Кроме статуса. Да. Ks 0, 2, true. Я помню, в питоне можно очень классно это все написать, то есть типа как full, то есть берем индекс, на котором мы должны поместить true, берем false в скобочки, умножаем на минус, на этот индекс минус 1, плюс вот, в скобочках true, плюс оставшийся. Ага, ага. Так, четко. Вот, давайте переходим. Так, видимо, каплюсь первый. Можно ли дойти за k плюс один шаг до состояния p? Ладно, возможно, найти имеет смысл поменять индексы местами. Тех мне, вообще тоже отметьте.
Что первый миф — это как раз не вершание. Так, вот. Можно ли до каждого первого шага дойти? Как вот узнать? Ну, значит, мы доходим до какого-то состояния, то есть что у нас происходит, на состояние П, как вот первый шаг. Ну, то есть мы снова, как я понимаю, идем по буквам, и по буквам итерируемся уже по... То есть мы идем по буквам и одновременно запоминаем, какая это по номеру буква, и внутри по буквам проходим по всему массивчику, то есть который состояние и, или равно то, куда мы можем перейти по C. Ну да, надо перебрать все состояния, откуда мы можем перейти. Надо перебрать все состояния. Посмотреть, можно ли до них дойти за каждого, а потом здесь должен быть переход по символу, по какому-нибудь символу. И символ тоже придется перебрать. Так, тогда что у нас получается? По всем состояниям, всем символам, если есть переход, и состояние Q, а, нет, если можно дойти до состояния, да, вот здесь, если можно дойти до состояния Q за каждого, K, Q, дальше перебираем все символы. Перебираем все так, data, что там у нас состояние. Так, и состояние Q. Спасибо, лучше. И надо написать can. Поэтому can плюс первый. Вот такой большой. То есть что происходит? Мы хотим заполнить k плюс первую строчку нашего массива can. Берем по всем состояниям. То есть мы перебираем все состояния, из которых потом пойдем за один шаг до состояния p. Вот, перебираем состояние. Если до них можно добраться за кашиков, за это их отвечая, то тогда перебираем символ. А по какому мы символу как раз пойдем из состояния Q в состояние P? И для всех как бы, правых концов переходов вот пишем, что типа за K плюс 1 шаг можно дойти. Вроде нормально. Теперь давайте... Теперь давайте, собственно, как выглядит доп. Вот это у нас будет функция, которая... Вот это вопрос. Это для nk, которая обычная, или для эпсилон? Без эпсилон пока. Без эпсилон nk, но у нас же тогда однозначно c задается этим порядком. Ну, то есть, ну, то есть у нас c это однозначно s катви. Катви в... Ага, кстати, да. Значит, c однозначно берется. Да, тогда. Хорошо сказали. Мы же знаем. Давайте вот это введем в одну функцию, сделаем next, которая будет принимать как раз символ, по которому переходим. Да, что это все написал. Вот, c, по которому переходим. И... Видимо, массив конкатор. Давайте его назовем состояние. Тогда вместо конкатора надо написать конолд.
мы тоже будем изучать корни. Изначально он будет response, потом опять бежим по символам, если до него можно было добраться. Потом перебираем все переходы из состояния по данному символу, пишем true, и надо в итоге вернуть new. Вот раз. То есть она принимает предыдущую строчку, то есть у нас так будет устроен. Вот у нас. Вот эта строчка отвечает за нулевой шаг, эта строчка за первый шаг, за второй шаг. А здесь у нас будут состояния. В нулевом шаге у нас только на стартовом единичка, остальных все нули. Дальше в первом шаге мы переберем все символы из стартового, то есть, точнее, все переходы по всем символам из стартового, ну и где-то там напишем тоже единички. Потом переберем из этих всех переходов, напишем там где-то еще единички. Ну и так далее. Вот. И функция next, она берет строчку, это массив canOpt, и возвращает строчку как успел. Берет, возвращает массив canOpt. Вот еще раз, как у нас происходит. Перебираем все состояния и смотрим, если can all равно q. Это значит просто перебрать все состояния с единичек. Вот. Это все единички. В каждой строчке. Дальше перебираем все переходы по данному символу и записываем true, собственно. Ну вот, как я сказал. Вот. Функция next работает так. И теперь как выглядит допуск? Видимо, принимаем строчку x. Нам надо ввести текущее состояние. Вот, то есть это будет нулевой secure. Как раз, давайте так напишу. 0, 0, 0, 1, 0, 0. И вот это будет S. Потом опять бежим по символам. Точнее, бежим по символам строчки. И нам что надо сделать? Cure равно next. Cure C. Наоборот. И в итоге надо что вернуть? Не, был надо вернуть. Кюр — это вектор. Тогда так. Ну, тогда нам нужно, у нас есть мотив допуска, но нам нужно пройтись по его элементам. Ну, да, давайте так запишу, просто cure, пересечь, st, ну, пусто. Ну, то, что можно. Да. Ну, типа. Вот, что у нас происходит? Мы заводим, вот, и пишем эту динамику, на самом деле. Заводим строчку. Она будет состоять из нулей, кроме одного символа 1. Вот, старта. Кроме одного состояния. Дальше пробегаемся по строчке x, и на каждом шаге просто переделываем текущую строчку с помощью функции next, которую мы вроде работаем. Вот. Так делаем кучу раз. В конце получим вот, финальную строчку после там небольшого, ну, короче, модуль x шагов, как раз нуля до модуля x. У нас там где-то будут единички, где-то нолики. И надо, когда мы допускаем строчку, когда какое-то из них терминальное. Ну, значит, надо, да, пробежать, проверить или пересечь. Нет, не пустоту. Вот. Смотрите, как очень похожий алгоритм. Здесь у нас Q равно S, Q равно, ну, вектор. Не на S, там позиция единица.
Дальше опять бежим по всем символам, переопределяем. Равно next от c q. Ну вот здесь next это просто обратиться к date, да? Мы как бы вот нам q дали, c дали, просто даем date, тут получаем следующее состояние. Здесь же, ну, у нас чуть поумнее функция next. Ну окей. И дальше return, ну понятно. Q, t, а здесь q. И пересказывается ты, ну, почти то же самое. Так вот, идея следующая. Давайте заведем новый автомат по NK, будем строить DK. Какие состояния у нас будут, как вы думаете? Это мы именно с помощью автомата хотим из NK делать DK? Ну, вот нам дали автомат. НК мы сейчас построим в ДК. Вот у него состояние QN, там, переход в дельта N и так далее. В итоге вот смотрите, здесь у нас раньше состояние это число. Здесь же у нас pure это вектор. Да. Так давайте состояния будут векторы вот эти. То есть Q детерминированный за 2 в степени Q не детерминированный. То есть каждое состояние нашего DKA это вектор из ноликов и меничек длины сколько состояний в N. Вот аналогично вот это выполнялось. Окей, дальше. Стартовое детерминированный тогда какой будет? Ну, вот здесь стартовое, это было стартовое, собственно, в автомате. По аналогии, стартовое должно быть вот такое. Но это соответствует множеству просто из S. То есть это то же самое, что везде нолик, кроме одного места единичка. Но так компактнее записать, просто множество. Ведь SD это состояние, а состояние это множество. Поэтому вот так. Что у нас еще криминальное? А, терминально чуть позже, давайте переходим как нам дадут состояние и символ. Состояние, это, как мы знаем, множество, то есть под множество состояний NK, ну, давайте я назову Q, только Q. Большой буквы, типа, множество. И по символу C. Как вы это выглядите? Это будет тоже множество. Множество состояний P. Так. Так. Во-первых, нам надо, чтобы cure pte было true, точнее, pte legit cure. А, нет. Так, p у нас это состояние. Существует q, принадлежащее cure. Типа... прошлый шаг. И дельта недетерминированное состояние Q по символу C. Это множество состояний, и вот P принадлежит двум дельта. Вот такое множество. Вот, и что у нас происходит? В какие состояния мы можем перейти из вот этого в это? Точнее, не так. В какое состояние из cure можно перейти по символу C? Состояние нашего ДК это на самом деле просто строчка. И как из этой строчки перейти в это? Какие нам подойдут? Ну, какие для которых существуют предыдущие? Где единички? Мы вот как раз вот эту куб перебираем.
это отвечает, существует Q из Q. Да, а также существует переход из Q в P по символу C. Mm-hmm. Вот. Дельта неитерированная по Q C. И это в этом должно лежать P. Да, только тут, казалось бы, есть такая проблема, что у нас раньше автомат, то есть у нас вроде наш детерминированный автомат особо не зависел от длины строчки, а вот этот вот, он зависит от длины строчки. То есть мы... Не-не-не, у нас строчки длины вот такой. Нет, я говорю про длину строчки, в смысле длину вот этого слова, которое мы получаем. Да-да, я понимаю. Я знаю, что он фиксирует. Вот у нас динамика, она зависит от длины строчек. Да, вот. Но вот мы же со строчками работаем вот с такими. Ну, то есть состояние это фактически не кубик. Ну, да. То есть не зависит. Здесь мы не пользуемся длиной строчки. Смотрите. Мы завели два степени куэн состояний, то есть как бы два степени количества состояний, в общем, различных векторов. Там все нули завели, там все единицы и так далее. И между ними нарисовали стрелочки по всем символам, какие там нужны. Вы имеете в виду, наверное, по динамику? Да, динамика действительно требует. Вот когда мы будем аллоцировать память для этой таблицы, мы аллоцируем количество состояний умножить на длину x. Да, это правда. Вот. Но здесь, когда мы строим автомат, у нас не зависит от длины x. Ну, потому что я нигде его не пользовался. От x только вот символ, но мы его только обращались с ним, и все, ничего больше не делать. Ну, такие дела. Вот. То есть, что произошло? Мы создали два в степени qn состояний. То есть у нас каждое состояние теперь это какое-то подмножество всех состояний. Задали понятие стартовое, и вот таким образом задали терминал. По такому же правилу, что мы из динамики за катый шаг приходили к k плюс первому шагу. Мы перебирали все единички на катом шаге, от них шли по нужному нам символу как бы k плюс первый шаг, и все это скидывали в волну. Вот. Ну и последнее, что у нас этапы терминальные. То есть какие состояния будут терминальные? Ну, это будут такие состояния, у которых пересечение с недетерминированными состояниями. Да, такие А, что А пересекается с Т, М. Это что? Ну, и А еще, ну, это лишнее уточнение, но А из КУД. А из КУД, ну да. Вот такие два. Вот смотрите, то есть что произошло? Мы по НК построили ДК. Это значит, что если нам кто-то дал НК и сказал, у него вот такой-то язык, то мы доказали, что вот этот язык, распознаваемый НК, он автомат. Кстати, теперь по-другому. Как по ДК построить НК? То есть доказать, что любой автоматный язык, он распознается НК тоже. А ничего делать не надо? Да, может, ничего нет, потому что НК — это нам множество. Хорошо. Тем самым... Тем самым мы доказали следующее, что язык автоматный, когда это тогда, когда его можно распознать, не детерминировав внешний автомат. Вот все это дело называется конструкция под нот. То есть, когда мы вот, в качестве состояний взяли все подмножества состояний недетерминированного конечного автомата. Вот. В чем проблема у данной конструкции? Какой у нее недостаток? Но сложность повышается в два степени. Да, у нас экспоненциальный рост памяти, количество состояний. Вот. Это можно, на самом деле, попытаться избежать следующим способом. Называется алгоритм Томпсона.
Вот он придумал конструкцию по дальности тоже, описал так, как по НК строить ДК, но, к сожалению, у нас проблема, что очень много состояний. Ну давайте рассмотрим там тот самый пример, на один. Ладно, давайте покажем. Вот такой. Мы хотим описать все строчки, которые заканчиваются на 0.1.2. Автомат не детерминирован. И потенциально у нас будет куча состояний в этом автомате. То есть все 1, 2, 3, 4, 16 состояний. Вот. Например, какие? Например, вот состояние. Чисто из нуля. Ну, это старт. То есть мы там. Например, может быть состояние, сейчас скажу какое, 0.1. Вот что это значит? Что мы можем одновременно оказаться здесь и здесь. Можем ли мы оказаться одновременно в нулевом и в первом? Да, когда нам придет строчка 1. Мы можем либо пойти сюда, оказаться в первом, либо пойти сюда, оказаться в нулевом. Также может, там, не знаю, можно оказаться в состоянии 0.3. Когда нам придет строчка 0.1.0, мы либо идем направо. Нет, 1.3, наверное. А, будет 1 строчка для анализа, наверное. Там строчка 0.0, вот я можно в плохом состоянии. Ого, нормально. Мы либо делаем кружочек, идем сюда, то есть оказываемся в состоянии 1, либо делаем два кружочка. А, ну то же самое. Скучно. А. Короче, есть те состояния, которые точно бывают. Например, такое, такое, там может быть еще какие-нибудь. Но есть те состояния, которых мы точно быть не можем. Например, состояние 1.2. Почему мы не можем никак дойти по одной и той же строчке до состояния 1 и до состояния 2? И потому что мы тогда еще дополнительно дойдем до состояния 0. Ну то есть, если все состояния сразу, то... Кстати, да. Да. Ну, ладно, тогда вот такого тоже не может быть. 1.2 не может быть. По понятным причинам. Почему одновременно не может быть в состоянии 1.2? Вот 0 на самом деле, конечно, исправили, но это не помогло. Вот 1.2 это уже плохо. Почему? Потому что если мы здесь, значит предыдущий символ какой? 0. Если мы здесь, предыдущий символ 1. Значит, на одной и той же строчке мы не можем закончить 10. Вот, поэтому такое состояние нет. Ну, понятно, нет всех состояний, которые, например, такое запрещенное содержит. И тогда нет состояния 1.3 по той же причине. А, нет, 1.3 есть. 2.3 нет. По той же причине. 1.3. Если еще подумать, можно еще какие-нибудь состояния выделить. То есть какой смысл? Состояние потенциально много. Иногда можно кучу состояний забарковать, и они никогда нам не будут попадаться. Поэтому их обрабатывать не надо, переходы для них считать не надо, ничего не надо. Хранить не надо. Вот. И Эрвин Томпсон заключается примерно в такой оптимизации. Мы добавляем состояние S. D, S, вот так. А потом запускаем BFS. То есть запускаем вот эту вот функцию next и состояние S, получим какие-то новые состояния, кидаем их в очередь. Там новые S1, S2. Вынимаем текущее состояние из очереди. Для него проделываем операцию. И новое состояние мы тоже понадобится в конечке. На самом деле тут очередь не обязательно, можно и стек, но надеюсь, понятно. То есть достаем необработанное состояние, помечаем, что мы его обработали, получаем из него новое состояние, возможное, кидаем лучше. И так, пока очередь не закончилась. Таким образом, мы обойдем
все допустимые, возможные состояния, до которых вообще можно хоть как-то добраться. И иногда бывает, что это сильно меньше, чем 2 в степени R. Однако не всегда можно придумать строчку, точнее, можно придумать язык, в котором ДК будет содержать очень большой, ну, короче, вот это оценка достигания. На самом деле, мы сегодня с этим языком уже познакомились, но вы пока не подозревали, что это так. И, скорее всего, на следующей домашке вас именно спросят, придумайте язык, где НК маленький, а ДК экспоненциально большой. Вот. Хорошо. Давайте. Что мы знаем? Мы знаем, что есть НК. По нему легко строить, ну, с ним легко, легче работать. Например, вот какой простой автомат для слов, которые оканчиваются на 0,1,0. Оказывается, НК эквивалентен ДК. Это делается конструкцией подмножеств. В чем суть? Создаем все подмножества, все подмножества состояний, там как-то пишем переходы, чтобы все выполнялось, и тем самым строим ДК. Вот. Проблема этого подхода в том, что мы экспоненциально увеличиваем количество состояний. С одной стороны, этого не избежать, потому что есть пример языков, где ДК маленький, НК, точнее, ДК большой, НК маленький. С другой стороны, можно попытаться оптимизировать, допустив по вот этим состояниям, которые немного, допустив DFS или BFS, что-нибудь из стартового состояния. Мы будем только нужны, только их добавим, только их будем хранить, обрабатывать, там, все дела. Хорошо. Тогда давайте дальше. Дальше, как я обещал, поговорим про Epsilon NK. Так, как я уже обещал, у нас что-то такое был символ, вот эпсилон. И типа вот, мы можем из этого состояния перейти в это по символу C, съесть строчки символ C, если он там текущий, а можем ничего не делать, просто за бесплатно перейти из одного состояния в другое, какая-то телепортация. Давайте вот такой язык рассмотрим. Точнее, язык автомат. Как вы думаете, что тут написано? Какой язык я имел в виду? Количество рублей, единицы. Да, одна звездочка, одна звездочка. Вот как нам помог Epsilon переход. Мы должны понимать, а сколько раз мы хотим считывать ноль. То есть если мы хотим в текущий момент считать ноль, а нулевые кончились строчки, ну мы проиграем, уйдем в яркое состояние. Вот этот Epsilon переход нам как раз говорит о том, когда нули заканчиваются и начинаются единицы. Ну, тогда мы переходим по этому эпсилон-переходу. Заметим, что строчку какую-нибудь там 1,0 мы не будем принимать. Что произойдет с автоматом, если мы захотим принять строчку 1,0? 0 нет, поэтому здесь мы переходы не будем совершать. Сразу пойдем по эпсилон-переходу. Давайте строчка 1. В принципе, да. Мы либо идем по эпсилон-переходу и единицу будем считать. Либо считываем единицу, дальше 0 будет. Мы не можем читать единицу дальше. Не можем уйти влево, потому что эпсилон перехода интегрированный все-таки. Мы идем вправо и никогда не читаем, поэтому не допустимся. Вот. Вот так полезно их использовать при конкатенации. Это же конкатенация. И еще наш второй вариант. Какой-нибудь там язык.
Что за имя тут? Есть балл для две единицы. Да, и две единицы. Тут такое параллельное соединение. Мы сколько-то раз считываем строчку, потом рано или поздно нам медленно подскажут, куда идти, вверх или вниз, считаем 0-0, потом идем обратно с четвертой стороны. Так, наверное, сейчас переход к ушке с лишним уже было. Что-то так делать, прямо. Вот. Это у нас что такое? Это у нас объединение. Язык вида 0-1. Звездочка 0. Мы объединяем с языком 1-1. Но потом к объединению вот этому приписываем еще конкретизатор. То есть переходы помогают. Хорошо. Теперь давайте докажем, что даже если мы... А? Что такое эпсилон переход? Эпсилон перехода. Ну, смотрите, у нас... Вот мы находимся в таком состоянии. Мы можем пройти по эпсилон переходу, не съев при этом строчку. Вот, то есть тут я... Ну, давайте на этом автомате. Ну, теперь я сейчас не попробую. Типа... 0-0-0-0. Давайте. Как принять эту строчку? Давайте. Поиграйте с замерами. Вы должны придумать такой путь, чтобы отсюда дойти сюда и съев при этом всю строчку. Что вам делать? Съедаем 0-1. Вот здесь. Так. Потом дальше 0. Дальше у нас 0 на очередь. Мы будем тут съедать? Нет, получается, прыгаем на... Да, прыгаем по эпсилон переходу. Мы вот это считали. Прыгаем по эпсилон переходу. Ничего не делаем. Не считываем. У нас все еще как бы 0-0-1 делается. Ну вот, считываем 0-0. Потом прыгаем, тоже ничего не делаем, вот это считали, прыгаем по эпсилон, ничего не происходит, дальше мы досчитываем 1. А можно ли еще как-то по-другому принять эту строчку? В общем, по 0 съесть и выйти. Да, да, съедаем 0-1, потом 2-0, потом ничего не съедая, идем сюда, 1-1, и сюда. И тут тоже ничего уже нечего считать. Нормально. Вот эпсилон переход — это еще такой, еще один элемент недетерминизма. То есть здесь мы тоже должны делать выбор. Мы либо считываем и идем сюда, либо не считываем и идем сюда. Даже может быть такое, на самом деле. Этот переход по символу С и еще сразу эпсилон переход. То есть мы можем либо дойти до сюда и считать символ С, либо до того же состояния дойти, но ничего не будет. Если какой-то из них подходит, то можно отпустить. Можно отпустить эту строчку. Вот. То есть мы расширили себе возможности с помощью эпсилон перехода. Сейчас мы докажем, что мы расширили себе только удобство, а возможности как раз не расширили, потому что если язык можно было, можно принять таким автоматом, то можно и с обычными генетиками. Это называется эпсилон замыкание. То есть мы по эпсилон НК сейчас получим просто НК. Вот. Потом с помощью алгоритма Томпсона мы получим ДК и тем самым докажем, что эпсилон НК то же самое, что и ДК. То есть как бы нам удобнее рисовать будет. Вот такой простой. Этот ДК можно построить для такого языка. Да. И, может быть, вы даже уже сейчас это сможете сделать. В качестве домашки. Да? Построить. Но смотри, какой простой. А у вас получится, скорее всего, посложнее. Хорошо. Эпсилон НК. То есть, что нам дан эпсилон НК, будем строить НК. Вместе построим граф всех эпсилон переходов. Давайте возьмем пример этот. И будем параллельно проделывать алгоритм. 1, эпсилон, вот еще 0, 1, 2, 1. Вот. Граф эпсилон переход. Это что значит? Что мы строим граф, ориентированный, но забиваем на все остальные не эпсилон переходы. Ну, в нашем случае
Видимо, вот так будет. Эпсилон, эпсилон. А снять переходы не эпсилон переход. Так что. Ну, так, мы теперь на этом уже. Да. Устроим его транзитивным замком. Что это значит? Там какой-то первый второй лекции, что если есть путь, если там из вершины U можно добраться до вершины V по эпсилон переходам, ну, в нашем случае, то надо сделать ребро у V. Давай, ребро у V. На чем я? Просто эпсилон переходы. Нет. Не мы. Транзитивный замкнутый. Вот у этого графа. То есть, если был путь из двух вершин по эпсилон переходам, надо добавить ребро напрямую. Тут у нас есть путь из вершины 1 в вершину 3 по эпсилон переходам, надо добавить такое ребро. Вот. Ну да, в более сложных случаях, понятно, может что-нибудь поинтереснее быть вот здесь, как вот это замкнуть. Ну, надо добавить, сколько ребро? 2, 3. 3. Да, смотрите, раз. Вот это. Есть же путь? Да, 2. И еще вот это. Третий ребра. Вот. Ну и там. Что-то похоже. Вот, то есть замыкаем. Теперь докажем, что мы ничего не сломаем. То есть, если язык, что язык, точнее, сохранился, то есть, если слово принималось, то оно и продолжит приниматься, и новых слов мы не приняли. Вот давайте. Почему? Если слово принималось, то оно и сейчас будет приниматься. Но раз мы что-то добавили в томат, то если существовал путь до терминального состояния по этому слову, то он и будет существовать. Мы как бы просто добавим новых ребер с помощью вот такого замка. Значит, новых слов, точнее, старые слова не ушли, старые слова остались. Если x принадлежал old, значит, x принадлежит new. Где old это до действия 1, а new это после действия 1. Хорошо, теперь надо взять другую сторону. Если слово принимается новым автоматом, с такими вот новыми эпсилон переходами, почему же оно раньше должно приниматься? Ну все очень просто. Смотрим слово. Если его можно принять, если оно принимается в новом автомате, и вот этот путь от стартовой вершины до терминальной не состоит из новых ребер, то круто, значит, он принимался в новом состоянии. Точнее, значит, он принимался из старого автомата. Если же у нас есть путь, который проходит по вот этому... Вот у нас были эпсилон переходы какие-то. У нас был путь по такому эпсилон переходу. Терминальный. Путь в новом автомате по вот этому новому ребру. Как же тогда его принять в старом автомате? Сейчас, может, что-то непонятно? Нет, нам нужно показать, что если у нас он принимается новым, то он принимается старым. Да. И вот в новом путь по новому ребру, вот это, который мы добавили из этих трех. Пусть пойдет эти три ребра. Да, тогда просто говорим, давайте. Пойдем по этим трем ребрам. Смотрите, ничего не считалось. Тут эпсилон переход, тут три эпсилон перехода. Ну окей, давайте подряд три делаем. Строчку не считается, состояние строки, вот этот снапшот не поменяется. Сюда. Мы раньше по такому шли и по такому. Снапшоты будут одинаковые, потому что состояние начальное и конечное одинаковое. И остаток не поменялся, потому что мы по этим переходам ходили. Вот, хорошо. То есть, когда мы добавим новые вот такие вот эпсилон-переходы, ничего не сломается. То есть, автомат был такой. Какое же условие сейчас есть? Да. В общем, сейчас автомат удовлетворяет такому условию. Что если x можно принять... То есть, по сути, так мы можем эпсилон переходы сжать, то есть, условно, их
показать сразу, что мы идем не куда-то по этому, а вот сразу идем, словно там из предыдущего или еще с чего-то, то поэтому у нас по эпсилон К можно сразу найти обычный К. А, не-не, пока еще рано. Пока еще у нас там пару шагов там на пути. Здесь чего мы избавились? Мы избавились от кучи эпсилон переходов подряд. Вот, то есть если X можно принять, то X можно принять... не делая два эпсилон перехода подряд. Так, и еще вопрос. Old — это эпсилон или... Old — это эпсилон до шага номер один, когда мы замкнули. А new — это после шага номер один, когда мы... так, что там ты сможешь принять, не сделав два эпсилон перехода подряд. Вот почему? Ну, потому что если... у нас там где-то два или более эпсилон переходов, то мы просто воспользуемся вот этим новым эпсилон переходом вместо этого. И, ну, их все равно примется, потому что, ну, как мы обсуждали, состояние не поменяется. Окей. Шаг номер два. Там вроде что-то про терминальное было. Дальше мы смотрим такое состояние у нас. Состояние P. Терминальное состояние Q. И эпсилон переход. Вот находим такие, такие конфигурации. То есть из какого-то состояния, состояния в терминальном состоянии есть эпсилон переход. P может быть равно Q в целом туда скучно. Зачем делать петлю эпсилон переход? Но в целом. Мы делаем следующее. Мы делаем P терминальный. P терминальный. Q остается тоже терминальный. Давайте теперь докажем, почему мы не поменяли язык автомата. Опять, по той же причине, что мы добавляем новое терминальное состояние, если слово раньше принималось, то оно и останется приниматься. Мы же не убрали у терминального, так, ну, нормально. Что-то добавим. А теперь надо опять подумать, а почему ничего нового не добавить. Ну, что значит? Как? Что могло поменяться? Слово могло допуститься, если мы закончили состояние P. Как тогда его допустить вот в старой конфигурации? Ну, просто пройтись по этому эпсилон переходу. То есть, опять, если x можно допустить, то x раньше можно было допустить, если x раньше можно было допустить, то и сейчас можно было допустить. Автоматы такие же. Теперь у нас новое свойство появляется. То есть, помимо первого, у нас еще следующее свойство. Что x можно допустить, причем последний шаг будет не эпсилон переход. Вот, ну, потому что если последний шаг был эпсилон переход, значит, как раз у нас такая конфигурация. Мы откуда-то по эпсилон переходу пришли в терминальный. И раз мы это исправляем, у нас тут теперь будет терминальное состояние, то есть мы в такой конфигурации. И значит, этот эпсилон переход был не нужен. Ну, теперь не нужен. Был нужен, но сейчас уже не нужен. И мы его просто убираем, и ничего не меняется. Вот. То есть, во-первых, но опять, автоматы одинаковые, я уж не буду написать, что писал. И еще, если x можно поменять, значит, x можно поменять, где эпсилон переход, где последнее, это не эпсилон переход. Так. Три. Последнее действие. А что там написать первые? А что где? Ну, после x можно принять. X можно принять. Значит, x можно принять. Последний. Запитай. Последний переход не эпсилон. Понял. Прогалку открыть. Надеюсь, я этим все не запишу. А, эпсилон, да. Дальше находим другие конфигурации. У нас переход по эпсилон. Состояние по состоянию Q. Потом переход по символу C. Вот. Ищем все такие конфигурации.
смотрите, состояние, поэтому error, переход, action переход, потом переход по синим. Причем, наверное, опять, по яку может совпадать, но это, конечно, странно. Петли с action переходами зачем делать, можно не брать сразу. Дальше, QE тоже могу совпадать, PR, видимо, тоже могу совпадать. Да, PR могу совпадать. Видимо, надо следующий ответить. Расставляем все. Надо добавить переход по символу C из PP. Вот, опять тот же план. Доказываем, что ничего не поменялось, и сформулируем какое-нибудь свойство. Почему ничего не поменялось? Во-первых, раз мы добавили новый переход, да, я не пишу целитое, чтобы вы понимали, что это для каждого символа. Пусть раз добавили новый переход, значит, если слово раньше принималось, то оно и сейчас будет приниматься. Мы хуже себе не сделаем. Почему же новое слово не добавится? Пусть оно добавилось. Значит, его путь проходит по какому-то такому символу. Вместо этого что будем делать? Сначала переход по эпсилон, не поменяв снапшот, вот, вторую часть снапшота. Потом переходим по символу C как раз сюда. Вот, поэтому, да, если слово можно было принять, значит, x можно принять. Понятно, почему язык сохранился? То есть в одну сторону вообще понятно, раз мы что-то добавили, слова, которые раньше допускались, не перестали, да. А почему новое не добавится? Ну, потому что если какое-то слово принимается, то его можно принять по старому. Вместо этого делаем то же самое. Строчку не видим. Окей. Сейчас, какое у нас свойство теперь? Если x можно принять, то x можно принять. Символ. Если общем переход получается. Без. Так, вот это уже интеллектуально, понятно как. X можно принять без общем перехода. Вот. X можно принять. Это значит, что есть какой-то путь. От стартового. До терминального. Мы знаем, что последний переход не эпсилон, потому что это было свойство 2, какой-то символ C. Дальше. Мы знаем, что нет двух эпсилон переходов подряд. Поэтому если есть где-то эпсилон, то потом один символ C. И все такие штуки мы убрали. Вот мы эпсилон циита и заменили на цит. Вот, поэтому, если мы нашли в пути принятия эпсилон переход, значит, после него обязательно будет переход по симу. Это следует из первого. То есть два эпсилон перехода нет, и последний не эпсилон переход. Значит, если есть эпсилон переход, то за ним обязательно переход по симу. А в пункте 3 мы все такие штуки заменили на переход по символу. То есть эпсилон переход, переход по символу, переход по символу. Поэтому вместо всех вот таких вот конфигураций пишем такой переход. Таким образом, все эпсилон переходы уже не нужны. И их можно удалить. Четвертый пункт удаляем. Вот такая конструкция. Эпсилон замыкание. Еще раз напомню, что это не. Нам дали nk с эпсилон переходами. Эпсилон nk. Мы сделали три шага. Постепенно добавляя в наш автомат, внося, в общем, небольшие изменения в автомат, добавляя только новые эпсилон переходы, меняя, добавляя в терминальное множество и добавляя просто переход. Тем самым мы расширили
одной стороны, расширили, да, не уменьшили наш автомат с одной стороны, и не расширили с другой стороны, потому что мы, ну, в каждом шаге доказали, что язык сохраняется. Вот. И в конце концов, так вышло, что после этого перехода обязательно должен быть переход по символу, и это можно заменить на просто переход по символу. Поэтому экшен-переход уже не нужен. Если автомат можно принять, то его можно принять без экшен-перехода. Вот. Какие дела? Поэтому, что получается, у нас есть ВК. Его мы получаем из ВК с помощью Trimatops. А вот это с помощью эпсилон замыкания из эпсилон НК. Вот это. Отлично, понятно. Тогда давайте по регулярному выражению построим эпсилон НК. И тем самым докажем теорему Т в одну сторону. Ладно, субую. Я на самом деле не планировал успевать. На самом деле мы к этому уже готовы. Давайте для каждого регулярного выражения построим срок индукции по структуре. Какие у нас там базовые регулярные языки? Устой язык, есть язык, состоящий из эпсилон, язык, состоящий из символов. Для вот этого индукционного перехода мне будет удобно строить автоматы следующим образом. У них будет одно стартовое и одно терминальное. Вот. Если, ну, вообще говоря, если у нас есть автоматы, где куча терминальных, можно просто сделать одно, объявить его терминальным, и сделать эпсилон переходы в него. Так что это не проблема. Ну давайте. Стартовый терминал. Вот для пустого языка вот такой формат подойдет. Мы ничего не понимаем, поэтому переходы можно даже написать. Да, для этого, ну, эпсилон переход делаем. Когда мы из этого телепортируемся в терминале и как раз ничего не съедаем. Нормально. Для цейтова делаем переход по цейту. Его сюда. Так. Если язык принадлежит большим поколениям, значит он получился с помощью языков предыдущего поколения и одной из трех операций. Или что у нас? Умножение и замыкание. Ну давай. Если у нас есть А или Б, тогда строим автомат для А. Строим автомат для Б. И надо сделать И. Ну вот такая конструкция. Мы даже лежим. Пишем начальное состояние. Делаем все на переходы. Это объявляем терминальным. Ну, действительно, мы как бы... Мерли нам скажет, какой из двух идти, потому что если нам дали строчку из А, он догадается, что из А, и говорит, ага, ну раз из А надо идти сюда, значит, вы ее примете. Мы, в конце концов, окажемся в терминальном состоянии, и с терминального по общему переходу идем в настоящее терминальное уже в нашем состоянии. Если же строчка не принадлежит, например, ни тому, ни тому, то когда мы не пришли, мы в терминальное вот в это, и это мы не попадем. Ну, потому что ни автомат А ее не должен принимать, ни автомат Б ее не должен принимать. Поэтому так конструкция не сильно работает. Так, что не осталось? Конфигурация. Ну, это сюда. Мы строим автомат. Потом эпсилон переход из вот этого терминального в начальное состояние автомата Б. И, ну, и это будет терминальное, начальное автомат, состояние автомата Б. Ну, тоже понятно. Мы такой из стартового терминального
тем самым принимаем, как бы считываем начало строчки из алфавита А, потом телепортируемся в стартовое Б, ничего не считав, и досчитываем остаток из Б. Если мы где-то тут сломались, ну, значит, строчка не начинается ни на одно слово из А. Если мы где-то тут сломались, то значит, она не заканчивается ни на одно слово из Б. Все, все хорошо. И последнее, если заканчивается линии. Если у нас А звездочка, то строим автомат для А, строим новое терминальное, строим стартовое, делаем начало перехода так, и пока мы ничего не делаем. Сейчас надо научиться как бы еще раз по автомату. Делаем вот так. Теперь мы прошли один или более раз по автомату. Один раз прошли, потом, возможно, еще раз. Черт. Надо еще эпсилон добавить в наш язык, поэтому делаем такой эпсилон. Замыкание кей. Таким образом, вот мы берем регулярное выражение, разбираем его структуру, смотрим на последние действия, и для каждого по этим трем автоматам регрессуем. Тем самым получаем автомат N-ка. Потом можно его свести к ДК, если вам и уже прям реализовать, чтобы он проверял достаточно быстро. Принадлежит строчка регулярному выражению или нет. И на самом деле так это и происходит. То есть когда вы рисуете, когда вы пишете регулярное выражение, оно компилируется в автомат. И когда вы хотите проверить там в каком-нибудь языке программирования или там еще где-нибудь, веб особенно, вот так это и происходит. Строится автомат. И ваша строчка применяется по вот такие дела. Да, на этом все. Если есть вопросы, задавайте. На следующей лекции мы узнаем, на самом деле, два способа построения из автомата регулярного выражения. И узнаем, как минимизировать можно автомат. Вот. На вашем задании у вас будут миллиард задач вида «Постройте регулярное выражение». Опять, обращаю ваше внимание, когда вы строите регулярное выражение к данному языку, то есть как вот сегодня было, построите автомат для какого-то языка. Когда вы строите регулярное выражение языка, вы должны доказывать оба включения. То есть, что нужные слова подходят под ваше регулярное выражение, как еще говорят, матчатся. И что ненужные слова, не из языка, не должны матчиться в ваше выражение. Вот, тогда все. Спасибо. Uh-huh.